Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вот сейчас в Нью-Йорке проходит матч за шахматную корону, чемпион мира, между действующим гроссмейстером из Норвегии и нашим гроссмейстером молодым. Кстати, очень давно уже в России шахматная корона не бывала, наверное, с советских времен. И вот те великие времена, когда Ботвинник, Смыслов, Таль, Спасский, при газете «Советский спорт» издавалось два приложения. Ну, такие небольшого формата, газетки такие. Одна называлась «Футбол-хоккей», соответствующей тематикой, а вторая «Шахматная», 64. Вот «Футбол-хоккей», на них нельзя было подписаться, они продавались в киосках. Достать ее было нельзя. Болельщики, тогда не было фанатов, были болельщики настоящие. С ночи занимали очередь в киоске, чтобы первым купить, передавали друг другу, там давали скопировать и так далее. Ну, там разбирались футбольные матчи, интервью с футболистами и так далее. Ну, интересная для болельщиков была газета. Вот. А «Шахматная» 64, но она более доступна была, в киосках продавалась. Ну, тоже там разбирались партии, интервью, вообще шахматная жизнь. Просто тогда это было сильно очень популярно, интересно, в Советском Союзе. Шахматные школы, кружки, ну, как-то потом это ушло в сторону. Вот газета называлась «64», потому что на шахматной доске 64 клетки. И вот в связи с этим такая притча вспоминается. Когда какой-то мудрец изобрел шахматную игру, ну, там Раджель, царю, предложил ее, тому понравилось, очень интересная игра, научился в нее играть. И говорит, проси у меня какую-то награду за такую великолепную игру, которую ты и придумал. Он говорит, у меня немного прошу, государь, накорми всех голодных в своем царстве. Он говорит, ну ты что, столько голодранцев, ради всех могу накормить, проси что-нибудь попроще. Говорит, ну хорошо, попроще. Тогда сделай так. Вот на первую клеточку шахматной доски мы положим одно рисовое зернышко. На второе – два. На третье – четыре. На следующее – восемь. И так, каждый раз удваивая количество зернышек, вот так надо заполнить всю доску. Ну, Раджа решил, ну, что такого, небольшая доска, риса хватит. И оказалось, что к последней горизонтали количество этих рисовых зернышек было такое, что, наверное, звезд во Вселенной меньше. Это называется такая геометрическая прогрессия. Кстати, можно школьникам демонстрировать, что это такое прогрессия математическая. И оказалось, что лучше бы он накормил всех голодных, потому что такого количества риса во Вселенной не нашлось бы, что укладывается вот в прогрессии в два раза увеличивать каждый раз количество зернышек на 64 клетках шахматной доски. Мудрец был действительно мудрецом. И немного о педагогике. Однажды меня пригласили прочитать лекцию по педагогике в наш Казанский исламский университет. И вот после лекции, когда задавали вопросы эти будущие муллы, они меня спросили, а можно ли наказывать детей? Я говорю, ну, смотря что вы понимаете под наказанием. У него есть классическое определение, я прям зачитал из учебника, произнес, что наказание – это побуждение воспитуемого к исправлению последствий неблаговидного поступка. Точка. Физические и унижающие личность наказания недопустимы. То есть наказание – это что? Ну, натворил ваш воспитанник что-то нехорошее, исправь это. И будем считать, что этого не было. Ты исправил последствия плохого поступка. Разбил стекло в школе, пусть папа придет и вставит там, или оплатит замену стекла. Нагрубил, нахамил учительнице, принеси извинения. Да не просто перед ней, а грубил ты перед всем классом, вот перед всем классом извиняйся перед ней. Ликвидируй последствия своего поступка. Но при этом физические наказания и унижающая личность недопустимы. Поэтому наказание – это вот не репрессии, это часто путают. Наказание – один из элементов, методов воспитательных воздействий, и без них нельзя. Правильное сочетание мер принуждения и убеждения, как в армии, поощрения и наказания. Вот здесь должно быть диалектическое единство. Поэтому наказывать детей не просто можно, но и нужно. Кто не наказует сына своего, тот его не любит, как сказано в Писании. Но, опять же, не надо путать с репрессиями. Физические наказания недопустимы. Уважаемые коллеги, вот в вопросе об имидже человека, восприятии лица человека человеком, есть такое наблюдение, которое криминалисты давно уже отметили. Ну, вот происходит какое-то происшествие, там, преступление, есть свидетели этого происшествия, группа свидетелей, и вот каждому из них предлагают, просят помочь составить фоторобот злоумышленника. И вот замечено, что вот начиная, скажем, с верхней части головы до уровня бровей, совпадают все показания, да, вот брови такой-то формы, лоб, там, морщины, прическа, вот это все, ну, все совпадают. А вот дальше глаза, форма носа, ниже, начинается уже разночтение. Один свидетель говорит, глаза такие, другой такие, цвет путают, там форму глаз, форму носа. Вот. То есть получается вот так, сверху вниз как бы оценивается вот, лицо человека, запоминается оно там, как-то фиксируется. Вот, и поэтому вот справедливо говорят, особенно для женщин,
сделайте новую прическу, и завтра на работе вас никто не узнает. Да еще волосы покрасить. То есть это одна из ведущих таких вот элементов имиджа, вот прическа. Ну, особенно для дам. Мужчин-то бывает уже красить нечего, лысину не спрячешь. Но, тем не менее, и здесь можно что-то регулировать. Просто есть такая странная закономерность. Верхняя часть лица запоминается мгновенно, а вот нижняя уже, ну, люди путаются в показаниях. Ну, сделайте прическу, и ваш имидж изменится кардинально. Уважаемые коллеги, камильфо так камильфо, разговор о хорошем тоне. Вот где-то там в старой, еще в старинной Испании, был такой казус, что ли, король Испании, его кресло поставили близко к камину, он туда сел, но слишком близко, да, он получил ожоги в результате, потому что встать он сам не мог по этикету, и он не мог встать и отодвинуть свое кресло, даже обгорая. А вельможа, который имел право прикасаться к креслу короля, куда-то отлучился, ну, в туалет, наверное. Вот, а остальные придворные не имели права даже коснуться кресла короля. И вот король сидел, терпеливо ждал того товарища, пока он вернется, получил ожоги. Но мы не будем говорить о таких уж очень извращенных правилах хорошего тона, которые отошли уже в прошлое. Вот, но есть то, что знают все, и в то же время здесь тоже можно накрутить все, что угодно. Ну, все, наверное, знают застольный этикет, да? Вот вилка в левой, котлет в правой. Да, ну, в правой может быть еще и нож. Ну, что мы делаем? Там накалываем на кусочки мяса, отрежаем ножом, все это. Едим, гарнир. А вот, скажем, в британском этикете, ну, конечно, докеры с Темзы вряд ли таким занимаются, а какие-нибудь аристократы, там, королевский двор, члены парламента и так далее. То вот в английском этикету тоже вилка в левой, нож в правой. Англичане обычно нарезают заранее какой-нибудь ростбиф в разные кусочки, потом их по одному, значит, съедают. Но накалывать на зубце вилки можно только мясо. И больше ничего. Ни картошку, ни какой-то гарнир нельзя. И вот наколов этот кусочек мяса, надо вот так извратиться, подцепить гарнир ножом и вот именно на выпуклую часть вилки положить, и вот так уже все это класть в рот. Вы как-то попробуйте дома, потренируйтесь, с ума сойти. Ну, они-то, может, аристократы, там с детства так воспитаны. Но такая извращенная, значит, технология вот, в английском стиле. Еще замечено в связи с вилкой, порядка тысячи японских туристов, которые приезжают в Штаты, там, в Европу, а может, и к нам тоже, получают ранение лица, а то и глаз. Почему? Потому что для японцев вилка, как для нас, японские палочки. Они палочками есть умеют, а мы нет. А вот вилка у них наоборот. С палочками привыкли, когда пытаются вилкой есть, бывает, попадают мимо рта. Вот такое печальное событие. Этикет называется. Уважаемые коллеги, давайте еще коснемся хорошего тона камильфо в нашей речи. Ну, есть язык, конечно, он меняется, живое сущность. Скажем, мы говорим не на том языке, на котором Пушкин говорил или писал Лобачевский. Прочитать-то угадать можно, да, но некие обороты уже и шли, даже слова ушли, заимствования новые появляются. Но не слишком ли мы увлекаемся этими заимствованиями? Вот, например, по-моему, при советской власти уж точно было. Даже сейчас помню, в Набережных Челнах я был в командировке. Ну, вот вечером пошел там гулять, ну, может быть, зайти в кино. Вот я смотрю, там фильм афиша висит, американский фильм, «Конвой» называется. Ну, «Конвой», у меня сразу ассоциация «Конвой», это в тюрьме, значит, про американскую тюрьму. Ну, купил билет, пошел. Казалось, ничего подобного. Это фильм про американских дальнобойщиков. То есть по-американски конвой – это вот автоколонна, как называется, или называлась. Да? Машины идут друг за другом, и вот дальнобойщики там бунтовали против полиции, разгромили город и так далее. Вот, ну, вот такая тонкость. Да? И вот сейчас этот конвой у нас тоже прилепился сейчас ко всем. Вот гуманитарные конвои на Донбасс отправляются у нас. Не автоколонны гуманитарные, а именно конвои. Да? В военном уставе весь там графа, что ли, такой раздел – сигналы управления автоколонной. Теперь что напишем? Сигналы управления автоконвоем? Ну, вот это пришло, да? Ну, всякие вместо «извините», да, всякие там «сори», «вау», ну, не все, конечно, но очень часто стало появляться, как у Хиллари Клинтон, прям «вау», как-то модно, интересно, дети даже стали так говорить. И недавно читаю, некие статья, что ли, серьезные, про авиацию, да, вот американский самолет F-35, который не очень-то удачно летает, хотя страшные деньги в него вложили, так, ну, самолет пятого поколения, американцы им гордятся, хотя и не совсем-то он такой хорош. Вот там, скажем, створка открывается, чтобы пулемет открыть, стрелять, да? И оказывается, уже обтекание нарушается, это уже мешает полетам. Прочность крыла для определенных ракет казалась недостаточной. И вот вместо испытания автор статьи пишет тестирование. Да, тест, испытание по-английски, конечно, так. Но у нас, так говорю, испытание, летчик-испытатель.
А теперь что он говорит, летчик, пилот-тестер, что ли? Еще чего не хватало, да? И потом потребуется сделать редизайн крыла. То есть репродуктировать дизайн. Ну, у нас, говорится, переработка, доработка крыла, да? Или перепроектирование. По-русски нельзя было сказать? Уже нельзя, оказывается, редизайн. Я аж запутался, пока понял, что автор хотел сказать. Ну, с ума посходили, мало ли что глобализация. Язык-то надо все-таки свой сохранять и уметь на нем разговаривать. Иначе не камильфо. Уважаемые коллеги, продолжим разговор о казанских улицах. Ну, одна из центральных, магистральных улиц нашего города, улица Горького. Ну, даже не будем говорить, в честь кого она названа. Алексея Максимовича Горького, великого пролетарского писателя. Знают даже нынешние школьники, даже кое-что из него еще проходит в школьной программе. Хотя, как Евтушенко писал, слава богу, есть литература, лучшая история Руси. Историю часто искажают, каждая власть под себя. Учебники разные пишутся, не совсем корректные или грамотные, или наоборот, искажающие историю. А вот литература, она описывала жизнь. Поэтому пролетарский писатель очень правильно писал о том, почему, собственно, произошла революция. Так все было хорошо, так хрустили все французской булкой. Вдруг раз тебе, неблагодарный пролетариат. В романе «Горького мать» все это описано, и в других романах тоже. Потом не про Алексея Максимовича. Как-то еду вот по этой улице в автобусе. Еще помните, тогда по пазике ходили в Казани, такие маршрутки, да? Ну, маленький салон, кондуктор сидит, водитель. Проезжаем мимо дома Кекина. И вот кондуктор меня спрашивает, видимо, я производил хорошее впечатление, говорит, а это вот чей дом? Ну, я говорю, ну, это дом Кекин, так называемый. А кто это такой Кекин? Говорит, ну, это был такой казанский купец. Он строил этот доходный дом, он его построил, значит, оплатил. И туда люди там снимали квартиры. Ну, дворяне средней руки, так сказать, и офицеры, может, и студенты, разночинцы разные. Ну, значит, они платили квартплату, и он, ну, зарабатывал на этом. Сам Кекин жил немножко дальше, наискосок, в том доме двухэтажном. Сейчас там располагаются булгар-радиосы. Раньше, ну, гостелерадио Татарстана располагалось. Вот, ну, то есть он как бы напротив своего доходного дома жил, и вот таким образом зарабатывал. Ну, они все это выслушали. Говорят, а он что, олигарх, что ли, был? Говорит, да он умер давно уже. Тогда слово олигарх вроде не употребляли. Потом дальше поехал, подумал, а ведь он был девелопер. Вот бы старик удивился, если бы ему сказали, что он девелопер, то есть, ну, строитель или инвестор в строительство, который потом приносит ему доход. И что интересно, ведь Трамп-то, новый президент Соединенных Штатов, он тоже девелопер, миллиардер, но он-то зарабатывал свои миллиарды именно на этом, что разные здания строил в разных частях света, оно приносит ему доход. Ну, строитель все-таки не финансист, не этот банкстер, который деньги делает из воздуха. Сейчас очень забавно, все наши политологи бросились, он еще слова не сказал. Уже за него расписали по полочкам, что он сделает, когда, что от него ждать. Еще неизвестно. Америка есть Америка, президент есть президент. Это так, спринт, выиграть предвыборную кампанию, а дальше уже марафон, работать президентом. Другие люди будут в команде, и не всегда, да и обязательно не наши друзья, так сказать, еще хорошего ждать не нужно. Ну, хорошо, что не Хиллари, уже хорошо, но остальное, значит, слишком... Слишком многие надеются на этого девелопера. Да, бизнесмен, с ним можно договариваться, но только в интересах Америки, других интересов он не знает. Вот. А вот девелопер Кекин даже не знал, что он девелопер. А дом его стоит, и дом симпатичный, одна из жемчужин архитектуры Казани. До свидания.